Дорогой мой дорогой человек, девочки попросили гитару спеть, а я их сделаю звездами сейчас. Леша, где дело замечание, если есть? Ну как, девочки, спели? А вас как зовут? Мария. Мария. А вторую гитаристку как зовут? Александра. Александр, Мария Александра, ребят. Это только в Бресте такое бывает. Так что ставим лайки, подписываемся, а мы из них потом сделаем звезды. Может, они уже звезды. Я просто же не понимаю в музыке ничего. Если бы я была дома, я бы вас прибила. О, хейтерша появилась. Ну я просто тут живу, у меня всегда это все дома вот слышно. И вот так, да? Я верю. Когда каждый день, правда? Да.